Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Nubia Z60 Ultra, и сейчас я покажу вам, как выполнить сброс настроек сети. Итак, для этого мы открываем настройки, далее проходим в раздел «Система». Здесь мы выбираем «Сброс настроек», нажимаем «Сбросить настройки сети», нажимаем «Сброс», вводим пароль от экрана блокировки, нажимаем «Да». Также мы можем нажать «Сброс настроек Bluetooth и Wi-Fi» и нажать «Сбросить». И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.